Hi girls, what purpose? You have arrived in solar system. Привет, мы из системы Гестия прилетели в океане искупаться. На нашей планете сейчас только холодная вода, общепланетарный кипятильник сломался. Well, now my girlfriend will read you instructions for restoring my body. Все вместе полетим, мне тоже надо голову помыть. А можно на каком-нибудь одном языке думать, к примеру, на русском? А то вы сразу на двух языках думаете. Well. Привет, девочки. Без лирики перейдем сразу к делу. Хочу ознакомить вас с новенькой короткой инструкцией по сборке принцессы Атлантиды. Инструкция включает в себя всего 10 тысяч листов с иллюстрациями. Если смешать раствор ртути с отварением ибуана-ага, нанести полученное вещество на внешнее покрытие гайки номер один, состоящей из пластинок черной ртути, и подвергнуть действию солнечных лучей, то тело принцессы сольется с небом и станет неразличимым. Если повернуть ключ в переднюю часть тела, то Ян Традиша Амати покажет, с какой стороны приближается вражеский летательный аппарат. Если смешать гранатовый сок, бельва или масло барреля, медный купорос, дым пряности гантика или жидкость гугу, горчичный порошок, собрать дым от полученного раствора и выпустить его под воздействием солнечного тепла, чтобы он окутал тело, то тело примет вид НТКФ. Если пропустить ядовитый пар опасного ара через трубу, расположенную в нижней части тела сзади, и при помощи янтры стамбана выпустить их наружу, то люди во вражеских летательных аппаратах лишатся чувств. Soy
большой Монтаня. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, 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 Изабель и Рай, на свой Монтаня, Сополом, Радио, Белла Чао. Мисе Пелли Рай.